Инструмент фирмы Гаден. Очень, очень шикарный. Мной самый любимый инструмент, который когда-либо был у меня. Также пьезоэлемент, также два хамбакера, как на Гибсоне. Также параметрический эквалайзер. Графический, да, эквалайзер? Графически также снимается звук акустический с каждой струны, что дает также ровный баланс. Громкость датчиков, тембр датчиков, громкость пьеза, громкость гитарного синтезатора. Инструмент сделан для работы вот с этими приборами, которые вы видите на полу у меня. Здесь три выхода. Электрические магниты, 13-пиновый, который коннектится вместе с этими приборами, и акустическое гнездо для работы с пьезо. Вот. Значит, приборы, которые вы видите у меня на полу, это приборы фирмы Roland. Очень шикарные приборы, очень удобные для гитаристов. Вот этот прибор называется Roland Virtual Guitar System VG88. Вот этот прибор называется Roland GR33, это гитарный синтезатор. Вместе они коннектятся специальным коннектором US20, что дает как бы очень удобную редакцию этих приборов. Для группы Fromus, в группе Fromus я часто использую эти моменты, вы услышите. И я хочу сыграть... показать, как работают эти два прибора, сыграть интро к одной из произведений группы Fromus «Город восковых фигур».